Звезда моя далекая, печаль моя высокая, пошли мне одинокому свой лучик золотой, золотой. Студия «Вокальный адреналин» существует уже 7 лет. Тем составом, которым девушки вышли на сцену Центрального дворца культуры, они поют уже почти 2 года. Их увлечение – эстрадно-джазовый вокал. Плотно работаем с военнослужащими, особенно последние годы. Провожали ребят на реабилитации, встречали с реабилитацией. Поддерживаем их во время тревог, праздников. В общем, и спокойного, и неспокойного времени. Анна Полякова выступает сольно, представляя коллектив ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф». На вопрос, волновалась ли, отвечает, не раздумывая. Я верю в лучшее. Вышла на сцену с очень хорошим настроением. В конкурсе сольно это мой первый раз. Так участвовала только в составе ансамбля. У нас такая сложилась небольшая музыкальная семья, можно сказать. И это очень ценно. Ансамбль Анны образовался в 2011 году. Звание образцового он получил в 2016 году. Сегодня в коллективе около 40 воспитанников разных возрастов. У нас так получилось, что дети растут и остаются вместе с нами. У них, конечно, появляются свои интересы, но они продолжают быть вместе с нами, работать, творить, выступать для вот Щелковского округа. Конкурс объединил ребят не только из Щелково, но и соседних муниципалитетов. Они соревновались в 2 номинациях – солисты и вокальные ансамбли и 5 возрастных категориях. Возрастных категорий было 5, дети от 9 до 11, с 12 до 14 лет, с 15 до 18, с 19 до 25 и с 26 до 50. Это позволило зрителям и жюри услышать произведения разных лет и жанров. Лауреатам 1, 2 и 3 степени вручили дипломы. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.